Опа, запись видео пошла. Вот и все, долбоеб. Что случилось? Любовь и благодарность. Ладно, так уж и быть. Прочитаю твое сообщение из чата. Это будет короткий, но гениальный стрим. Короткий. Такой же короткий, как и мой 40-летний отмороженный член. Да-да, вот и все, долбоеб. Что случилось? Отморозил. Пися не работает. Не дрочу. Ничего не надо мне. Девок не надо. Иди нахуй, долбоеб. Вот и все, что случилось. Так. Запись началась, да? Все, короче. Слушай внимательно. Опять в ASMR вернулся, ага, продолжай стримить на 3 зрителя. Записываю.
ASMR. Видите, я просто в кадре. Ты чё, дурак? Завали свой хавальник. Вот и всё, долбоёб. Так, это видео будет недолгое, но короткое. 40 лет не научится считать циферки. Вот и всё, долбоёб. Не умею считать. Вот и всё, долбоёб. Чё случилось? Да завались ты уже, ты мне надоел. Ты меня отвлекаешь. Понял? Ненавижу тебя. Все. Пошел вон. Ну, кстати, Хоумлендер крутой. Но ты не Хоумлендер, ты жалкая пародия. Про мать шутит, долбоеб. Да какие шутки, я с твоей мамой в кино ходил. Для этого даже мозги не нужны, чтобы твою мать в кино сводить. Вот и все, долбоеб. Что случилось? Так, заткнулись оба. Я записываю ASMR видео для этого ебучего канала. ASMR в кои-то веки Эрик Датский начал вернуться к ASMR. Вы мне мешаете. Вот и все. Что случилось? Кто будет сильнее Эрика Альфы, сидя в комнате, хавая гречку в перемешку с творогом и занимаясь спортом, тупейшие люди не признают. Вот и все, долбоеб, что случилось? Братик подтверждает, брата, я творог давно не ел. Денег нет на творог. Вот и все, долбоеб, что случилось? Короче, записываю ASMR. Почему в конце всегда слово долбоеб? Потому что вначале было слово. Вот и все, долбоеб. Альфа и Омега. Вот и все, долбоеб. Что случилось? Альфа-гень, ёпта. Вначале было слово, и в конце будет слово. И последнее слово будет моё. Вот и все, долбоёб. Что случилось? Короче, вы меня отвлекаете, я записываю видео ASMR. Риксона Мэн 24. Я на что у тебя деньги есть, если даже на творог нет? На что деньги? На гречку есть. Вот и все, долбоеб. Что случилось? Любовь и благодарность. Что-то там еще. Разнесу там на приставке, короче. Вот и все, долбоёб.
случилось? Это вы так говорите, что надо чего-то добиться в жизни, да? Правильно. Вы же говорите, надо чего-то добиться в жизни. Алло, долбоёб. Что случилось? Вот и все, долбоеб, что случилось, я позорился опять.
активный ASMR. Такой. И такой тоже агрессивный. Вот и все, долбоёб, что случилось. Таппинг. У меня клавиатура, кстати, вот такая есть. Вот и все, долбоёб, что случилось. Да завали ты свое. Подымается. Кстати, у меня шорты охуенные. Зацените. Я, если что, в олдскульной куртке в шортах. И смотрите, какие мощные ляжки. Вот и все, долбоёб. Мамочку сюда мне. Блять, жаль, что не стоит уже. Вот и все, долбоёб. Так. Короче. Хомяки говорят. Хомякам говорят. Блять, как хомяки могут говорить вообще? То, что вы говорите, это не разговор. Это вы пищите, блять. Хомяки пищат. Нужно чего-то добиться в жизни. Пик-пик-пик-пик-пик-пик-пик-пикачу. Хомяки. Сука. Вот с такими ушами. Одевать не буду. Позор просто. В этой куртке нельзя таких ушей одевать. Это куртка канцерская. Из американского футбола куртка. В ней еще сам Майкл Джордан бегал. Ну, типа он баскетболист, но все равно. Короче. Вот и все, долбоёб, что случилось. Короче, блядь. Слушай сюда. Хомяки пикают. Yeah.
такое происходит, это просто как будто бы... просто пиздец, как бесит. Да там просто стримерка сидит, стримит. ASMR типа, блядь. Вот так вот по микрофону что-то делает, блядь. Пальцы бы ей порвать бы нахуй. Это типа вообще... Кто-то понимает? Не понимает никто, потому что ты ёбаный хомяк, блядь. Вот и все, долбоёб. Что случилось? Обращай внимание, когда я это говорю, я это не тебе говорю, я это себе говорю. Вот и все, долбоеб. Что случилось? Да, блядь. Да, короче, ты не поймешь. Вот и все, долбоеб. Что из музыки предпочитаешь? Какие группы или жанры нравятся? Да я вообще просто все люблю из музыки. Можно зайти в плейлист мой и посмотреть там. Так. Значит, ASMR. Если что, это ASMR про любовь и благодарность. Ну, в смысле, нет, не про любовь и благодарность. Типа, любовь и благодарность это присутствует всегда, конечно, но ASMR как бы про то, что хомяк должен чего-то добиться. Хомяк должен чего-то добиться. Он типа бежит в колесе, и ему надо чего-то добиться. Он типа думает, что он чего-то добивается, когда крутится в колесе. Ну, хомяк. Вот и все, долбоёб. И вот хомяк хочет чего-то добиться, при этом крутясь в ёбаном колесе. Ты вдумайся в это, блядь. Хомяк хочет чего-то добиться. Он думает, что он чего-то добьется. В ёбаном колесе, блядь. Просто чего, блядь? Чего, бля? Вот и все, долбоёб, что случилось? Творецкого. Хомяк пишет к лисингу. Ляжки.
Голые ляжки есть, ASMR есть. Все, дрочи и спи, хомяк. Ладно, еще не время. Слушай дальше. Вот и все, долбоеб. Пишешь ты, короче, пишешь. Да, самое главное, что надо добиться цели. Чего-то добиться надо. Вообще не цели, чего-то добиться в жизни надо. Хомяку, чего-то надо добиться в жизни. Не ебет чего. Чего-то добиться надо в жизни, хомяку. Это ASMR. Вот и все, долбоеб. Что случилось? Чего-то надо добиться в жизни, хомяку. И вот хомяк такой бежит. А что, как добиться? Самое главное правило, знаете, как добиться? Блять. Подходим к уже к завершению игры. Кормушка и домик. Не, хомяку в домике и в кормушке нельзя. Если хомяка из кольца выпустить, он обожрется и сдохнет. Сначала обожрется, когда из кольца вылезет, потому что там жратвы, целый дом жратвы. Они же, блядь, по жратве ходят. Это, блядь, жратва везде. По жратве ходят. Собственно, из колеса хомяка, если выпустить, он обожрется, раздуплится, как все устроено. Обожрется, обосрется и в этом дерьме и сдохнет. Поэтому хомяка нельзя выпускать из колеса. Поэтому хомяку всегда колесо раскручивают. Вот и все, долбоеб, что случилось. Давай сигару кури. Да, брат, нет сигары, ебана в рот. Что случилось? Где я возьму сигару, блядь? Ой, я себе. Откуда, блядь, такое удовольствие, блядь? Сигара. Чего-то добиться в жизни, хомяку, что нужно?
грустная история. Согласен. Я не знаю, я тут ни при чем просто. У хомяков жизнь такая. Блять, тут опять на видео видно мою вмятину на голове. Опять меня будут за эту вмятину хитить. Сука. Тут у меня шрам, блять. Когда я головой уебался в асфальт. Пьяный, блять. Пиздец, сука. Дело, блядь.
выёбываешься. Ты хомяк, блядь, знай свое место. Вот так вот с хомяками сложно, да. Короче, любовь и благодарность, ебать. 40 минут 30 уже этот стрим, а 40 минут это какой алтовый сериал. Алтовый сериал из 90-х, 40 минут. Ебануться нахуй, 40 минут. А мне даже ни копейки не заплатили. Ебануться, а я даже зеленый чай прорекламировал, блять. Вы че охуели? Где мои деньги, блять, за рекламу зеленого чая? Вот и все, долбоёб, что случилось. Так. На этом заканчивается история игрушек. Но это еще не конец. Я кое-что еще расскажу.